Салют, добрый вечер. И сегодня я к вам явился не для того, да я и к себе явился сегодня вечером, не для того, чтобы рассказать, что у нас очередной просто вечер, и вот на этом мой день заканчивается. Нет, на этом мой день только начинается. Крис взялась за организацию Нового года, и сегодня совместными усилиями была найдена вилла, которую... На самом деле мы не сможем ее сейчас посмотреть, но рядом с виллой есть глэмпинг. Глэмпинг — это что-то типа блатного кемпинга. И вот сейчас мы едем туда для того, чтобы посмотреть, что там, как это, что из себя это представляет, потому что, возможно, часть людей, которые приедут на нашу новогоднюю тусовку, они смогут переночевать в этом глэмпинге. Поэтому мы выезжаем. I'm ready. Собираешь шлем и поехали, я что-то так близко припарковался. Это не я, это ребята. Близко Крис паркуется. Это не я, это ребята. Крис близко очень паркуется. Я парковалась одна, здесь это ребята. А ребята сегодня, короче, новенькие, и они сегодня не знали, как открыть багажник, и я их выручала. Безопасность прежде всего. Большой брат следит за нами. Так, ну что, мы доехали. Мы сейчас будет темно, поэтому я вам сейчас все расскажу. Вот там вот вдалеке огоньки, вы их видите сейчас. Вот это вилла, а вот тут справа от нас это глэмпинг. Собственно говоря, идея заключается в следующем. Вилла, она огромная, классная, на берегу. Здесь всего два объекта, дорога приходит к двум объектам. Вот тут вот замечательный океан. Ну, замечательная я. Короче, сетап следующий. Мы арендуем глэмпинг, комнаты, и арендуем виллу на 3 ночи. В вилле у нас будет вечеринка, в комнатах все будут ночевать. Так что пойдем сейчас вернемся к байку, потому что я забыл телефон в байке. Так, мы, короче, заехали вот посмотреть. Вот, тут такая вот такой вот глэмпинг. Боже, как клево. О, прикольно. То есть там уже полностью все открыто, да? Да, это все открывается. Нет. Yeah, it can be like absolutely so cool. So cool. Amazing. Это вообще идеально, романтично так. Окей. Okay. Oh, beautiful. So, so tiny, so cool. So beautiful. О, вау. Аккуратно. Очень клево. Так, выходим из сумрака. Крис решила мне подсветить. Ну что, мы в фантастическом месте. Это глэмпинг. Это находится прямо абсолютно рядом с виллой, которую мы хотим арендовать для Нового года. И, собственно говоря, здесь просто клево. Они сделали маленькие классные тенты. Здесь обалденная территория. К сожалению, не могу вам ее показать ночью, потому что камера моя не готова к таким экспериментам. Но вот тут комнаты с качелями здесь. Слушайте, просто банально фантастика. Поэтому у меня очень прикольно, очень такие, знаете, будоражащие ощущения относительно Нового года. Ух, будет клево. Ну, мы попробуем подсветить домик. Там люди живут, правда, вот. И мы, собственно говоря, вот снимаем домик и снимаем то, что здесь происходит. Вот такая вот комната и вот с такой вот качелей. А тут футбольно-развлекательная площадка. Вон ворота, кстати, стоят. Да, реально люди играют в футбольчик. Блин, это просто очень крутое место. А дальше, собственно говоря, бассейн с видом на океан и ресторан, в который мы идем ужинать. Ну что, мы съездили, посмотрели место, где, возможно, мы будем праздновать Новый год. Место обалденное. И вот теперь, я точно говорю,